Всем привет! Сегодня мы будем бурить. Вот такая у нас установка. Собрал ее сам в гараже. Собрал с того, что было. За место двигателя у меня бензобур, который бурить просто ямы на метра 2-1.5 максимум. Но он у нас пробурил уже 3 скважины по 30 метров. Сегодня будем бурить тоже метров 30 приблизительно. Как бы вот так. Вертлюху такой я под заказ в интернете брал. Бур у меня был, вот такая у меня лебедка на 1,5 тонны, вот такие у меня штанги по 1,5 метра. Заказывал у токаря замки, токарь мне нарезал, потом полуавтоматом приваривал, стягивал шпилькой, затягивал болтами, чтобы приварить, чтобы штанги шли ровно. Получилось отлично. Штанги делал сам, замки точил у токаря, не покупал буровые замки, потому что все дорого. Как бы вот так. Ключ, два ключа у меня. Третий номер трубный. Второй номер. Инструментик, балдичка, пожарные рукава, пики. Ребята, еще вот такую пику заказывал в интернете в Украине. 2000 гривен она стоит с напайками. Бурит она хорошо, но по глине идет плохо. Так. Тут еще у меня мотопомпа, я купил Subaru, Robin, модель PTG-307. Вот такая помпа у нас, выкопали при ямке, тут у нас бочечки, чистенькая водичка для промывки, ну а фильтр трубы покажем уже в процессе бурения. В общем, 13,5 метров, идет одна глина, тяжело идет, кисель один, будем выкачивать сейчас и набирать при ямке чистой водой. Сейчас все покажем. We'll be right back.
забурились мы 23 метра. Пошла уходить вода. Сейчас будем выкачивать эту жидкость, сильно густая. Вот такие мелкие камушки. Промыть, чтобы видно было. Мелкая галечка. Водоносный слой, да. Очень будет хорошо осадиться здесь. И водичка потихоньку со ствола начала уходить, но это только с крылья.